День военно-морского флота и одновременно День Нептуна жители поселка Новые Горки празднуют уже с привычным гулянием на широкую ногу. Золотой якорь проводится здесь в 13-й раз, и каждый год на него приезжают гости со всей области. Люди это восприняли очень благополучно, как бы этот праздник стал уже как бы родным для, ну, будем говорить, местного населения. Все стремятся его провести на достойном, как говорится, они родоначальники этого праздника. В Лежне в начале 90-х был построен дом моряков. Офицеры и мичманы со всех флотов перебрались сюда и с тех пор решили, что их профессиональному празднику быть. Прибыл в Иванскую область с Тихоокеанского флота, с Приморского края, бухта Анна. Такая есть там бухта. Вот, отслужил 27 лет, уволился. Предложили квартиру здесь. Вот, приехали, понравилось. Вот остались, уже 13-й год живем мы здесь. Для бывших моряков, членов их семей и всех, кто пришел в этот жаркий день на берег Селецкого озера, было организовано театрализованное представление. Да и сами зрители оказались весьма артистичными. Меня нарядили сегодня русалочкой в честь этого праздника. У них тут здесь Нептун, тоже мне понравилось. Но он раньше плавал на лодке, из лодки выбегал. Но в этом году не так. Но все равно очень хорошо. Для многих праздник «Золотой якорь» – это возможность вспомнить службу на флоте, от которой захватывало дух. Никогда не забудется, мне кажется, потому что в военно-морском флоте служба – это одна прелесть. Море. Море – это могучая стихия, очень красивая, очень мощная. Она, забыть ее невозможно. Это сильный отпечаток в душе оставляет. Под сильным впечатлением от «Золотого якоря» оказались и Нина Сардейская, Владимир Пошляков, РТВ Иваново.